очень модно бросать курить. Ну и поскольку я уже бросил полтора года назад, сейчас хотелось бы поговорить на другую тему. Очень много народу бросает курить, особенно молодежь. И я ни в коем случае не буду всех отговаривать от этого хорошего занятия. Но, господа курильщики, которые любят посидеть в остановках, покурить в людных местах, есть определенные правила. От станции метро, от выхода, минимум 15 метров не должно быть курильщиков. Ну, я не говорю уже о тех, которые выпивают. О том, какой вы пример подаете детям. Детям ладно, но почему человек, который бросает курить, должен нюхать дым ваших сигарет? Должен лишний раз подвергаться такому соблазну? Имейте, пожалуйста, уважение к таким людям, которые пытаются бросить, которые уже отказались от табакокурения, которые не травят окружающих пассивным курением и которые вынуждены волею, я не знаю, там, вашего прихоти и желания нюхать этот дым. Вот. Я ни в коем случае не призываю вас тоже бросать, хотя могли бы, в принципе. Вот. Но накурившись какого-нибудь, я не знаю, там, самопала, сигарет без фильтров и всего остального, лезть потом в общественный транспорт и вонять рядом с людьми тоже некрасиво. Имейте как минимум уважение к таким людям. И если вас кто-то попросит, промолчите, не надо там бычиться, просто отошли, покурили. Зачастую такое происходит, когда идет дождь, люди заходят в остановку, начинают там выпивать, начинают там курить. Ну и, соответственно, другие люди, которые бросили курить, которые с детьми заходят в эту остановку, подвергаются всему вот этому беспределу. Собственно говоря, оно вам надо. Да, это, конечно же, ваша жизнь, ваш выбор. Но зачем лишний раз человеку напоминать о том, что он когда-то курил, вызывать в нем какие-то эмоции, негодование? Вот, задумайтесь. Задумайтесь о том, что ваши дети тоже смотрят на вас и будут повторять ваши ошибки очень-очень долго потом. Пока на улице такая прекрасная погода, не холодно, светит солнышко, найдите себе место подальше от общественных разных там магазинов, остановок, покурите, проветритесь в парке, а потом уже идите по своим делам. Вам это обязательно зачтется. Ну а тем, кто бросил и подвергается таким напастям, ну, покрепче силы воли вам, побольше самообладания. Ну и, соответственно, держитесь, крепитесь. То, что вы делаете правильно. Может быть, кого-то это вразумит видео, кто-то случайно наткнется. Можете, конечно, написать кучу гневных комментариев, кучу хейта. Но, по сути, если вы курите в общественных местах, это видят дети, что самое прискорбное. Это, конечно же, плохо.
Даже если у вас там, я не знаю, система бездымного курения, там, вейп и все остальное. Задумайтесь, может быть, вы кому-то этим мешаете. И если вы уже там курите, либо там парите, делайте это так, чтобы никого не раздражать. Жизнь не так скоротечна, чтобы тратить ее на всякую гадость. Ну, а так, спасибо всем за внимание, за просмотр. Подписывайтесь на канал, мой канал о том, как протекает жизнь, как стоит радоваться каждому мгновению в этой жизни и о том, какой мир вокруг нас. Всем добра, позитива, вкусняшек. Пока!